Самый классный вратарь Барселоны, Хофман Андрей. Как игра? Игра классная. После, после каникул? Не очень. Какие каникулы? Он только сейчас игру отыграл, приехал. Нормально, пацаны, нормально. Мы собирались после Нового года, уже играли. Борются. Че, ну, соперник, конечно, в порядке. Ну, мы Барселона. Какие планы дальнейшие? Че, планы дальнейшие? Пельмени поесть на старый Новый год. В этом уже футбол дальше будем думать играть. А, на самом деле нам нужно пару игр еще с принципиальными соперниками выиграть. Одна, кстати, осталась, да. С Уолверхэмптоном. И там уже будем смотреть, что у нас по раскладу. Я понял. Удачи вам, Андрей. Последнего, да. Спасибо.